сестра Лия Брайана? А об этом вы узнаете позже. Всем привет, с вами Вика, а перед началом этого видео я хочу вам снова рассказать о девочке Стефани. Она снимает много прикольных, интересных, красочных видео. Там не только распаковки, но и много-много-много других видео. Давайте поддержим эту маленькую девочку лайком. Заходите на ее канал по ссылке в описании и смотрите ее видео и подписывайтесь. Ну а мы начнем. Кстати, я вам даже не сказала, что это за видео будет. Хотя вы поначалу, наверное, уже все поняли, да и в названии все написано, но я все равно вам скажу, что это видео вопрос-ответ. Я выбрала несколько интересных вопросов, и сейчас я отвечу на них. Погнали! И первый вопрос задала Мария. Что было бы, если бы ты встретила незнакомого дядю на улице, который бы предлагал тебе конфетку? Что бы я ему ответила? Ну, я бы ему ответила... Ты что, дурак, что ли? Все. Больше бы я ему ничего не ответила. И вообще, мой вам лайфхак по этому поводу. Придумайте там с мамой какой-нибудь шифр, код. Так сказала, как будто прям какой-нибудь сейф хотите запереть. Короче, придумайте какое-нибудь кодовое слово, допустим. Если к вам подойдет кто-нибудь незнакомый на улице, то скажите ему. И если к вам кто-нибудь на улице подойдет, тетенька или дяденька, которая скажет, что их попросила мама что-то сказать вам, то ответьте им. Кодовое слово, Гэнни. И все. Собственно, в этом и заключался весь мой лайфхак. Ну вот и все. А мы перейдем к вам... Не к вам мы перейдем, а к следующему вопросу. Второй вопросик задала Анна. Как насчет второго канала для игр, где можно обозревать игры? Думала об этом. Вообще, изначально, когда у меня еще только появился канал, я уже снимала летсплей, поэтому это... Есть основной контент моего канала. Я, конечно, понимаю, что кто-то пришел по видео вызов принят, кто-то пришел по видео вопрос-ответ, какого-нибудь по-другому, но не по летсплею. Но это основная тематика моего канала, поэтому я буду снимать летсплеи все время. Всегда. Везде. Конечно, будут выходить видео и другого формата, вызов принят, DIY, просто разговорное видео, но не забывайте, что основная тематика моего канала это все-таки летсплей. Следующий вопрос задала мне Полина. Скажи, не хочешь, чтобы тебе присылали письма или посылки, ну, подарки? Когда-то давно, я помню, я вам обещала, что я заведу абонентский ящик. Это было больше месяца назад. Я так и не завела абонентский ящик. Я честно заведу вскоре этот абонентский ящик. Я просто все забываю о нем. И как только я заведу об этом торжественном событии, я напишу во всех своих соцсетях. Обязательно. Так что вы это точно не пропустите. Ну а когда я заведу абонентский ящик, то вы сможете присылать туда и письма. Еще вы можете прислать, например, магнитик со своим городом. Я обязательно его примагничу на свой холодильник. Ну а пока что у меня нет абонентского ящика, можете пока не присылать письма и магнитики с городами своими, в которых вы живете. Потому что некуда присылать. Маргарита с таким акцентом сказала. Маргарита задала такой вопрос. Какие твои любимые хоррор-игры? У меня есть две мои любимые хоррор-игры. Первая это Among the Sleep. Она мне очень понравилась, особенно концовка у нее такая. Я думаю, это будет типичная хоррор-игра, которая там просто попугают, резко она закончится в каком-нибудь интересненьком месте. Оказалось, что эта игра, ох, какая такая прям, ох, классная. И конец, как бы, я сама не ожидала, поэтому вы видели мою реакцию. А лучше бы не видели. Вторая моя любимая хоррор-игра, это игра, вы просто не поверите сейчас, Emily Wants to Play. Да, я серьезно. Я когда собиралась играть в эту игру, я думала, что она будет ужасная, страшная. Я, конечно, не ошиблась. Я думала, что я просто не переживу до конца игры, я просто не доиграю. Но в итоге она оказалась более чем интересная, и я вообще-то хочу снять на нее еще одну серию летсплей, попробовать пройти ее до конца. Там будет 7 ночей, даже больше, если я не ошибаюсь. Так что это будет очень сложно. Оля задала мне такой вопрос. Когда ты была маленькая, ты воображала, как будто снимаешь видео. Когда я была маленькая, я еще не знала о Ютубе. Поэтому я воображала себя певицей и танцовщицей одновременно. Вы бы видели то, что происходило, когда я начинала петь? Эй, чувак! Да-да, ты! Хочешь послушать, как я пою? Но я вообще-то не... Ты хочешь, ясно? Короче, слушай. Ну как тебе? Ну вот так вот все и было. Я пела не очень. Ну и чё? Короче, переходим к следующему вопросу. Дарья задала такой вопрос. Почему ты назвала свой канал The Victory Show? Это все почему-то так сильно интересует.
И все думают, что я какой-то скрытый смысл заложила в название своего видео, которое разгадать суждено не каждому. Но нет, просто это название пришло мне первое в голову, и оно мне понравилось больше всего. У меня, конечно, была еще куча других идей, но я все-таки выбрала именно это название. Я не знаю почему, просто оно понравилось мне больше всего. Но просто название канала Мистер Каня Жопка меня как-то не очень устраивало. Ярослав задал мне такой вопрос. Привет, Вика, будешь ли ты брать серебряную кнопку YouTube на 100 тысяч подписчиков? Скажу вам по секрету, брать я ничего не буду. Кнопка сама ко мне придет, но когда она придет, лето так через 20, я вижу это в далеком будущем. Эй, чувак, а ты знаешь, что к тебе уже идет твоя серебряная кнопка YouTube? Да, знаю. Но мне уже пора помирать. Все, ко мне кнопка будет идти, блин, всю мою жизнь. Но ко мне она придет, когда у меня будет уже 1 000 000 подписчиков, а значит никогда. Ну, по крайней мере, навряд ли она вообще ко мне придет. Вопрос, который волнует людей веками, задала нам Виктория. Можно ли заставить черепаху зевать, если внутри не зевая? Но нужно попробовать. Итак, все черепахи, которые сейчас смотрят меня, да-да, все черепахи, это только для черепах и больше ни для кого, посвящается именно черепахам. Почему я так много раз сказала слово черепаха? Потому что это посвящается именно черепахам. Короче, считайте, что я зевнула. Короче, все те, кто не зевнул сейчас в этот момент, а вас, наверное, скорее всего, нету, потому что вы видели ведь, как я зевнула. Пишите в комментариях, что вы точно не черепаха, что вы не зевнули. Следующий вопрос задала Лиза. Лика, бывало ли у тебя такое, что ты не знаешь, какое видео снять? Вообще, скорее всего, мне бывало вот прям наоборот совсем. Мне нужно было снять несколько видео, но у меня просто не хватало времени. Это так мучительно. Когда ты думаешь, что тебе нужно снять эти видео, но время... Куда ты уходишь от меня? Вот именно, она уходит куда-то, непонятно. А знаете почему? Потому что существует вот такая вещь, которая называется... Школа! Которая отнимает у меня почти все мое свободное время. И это очень, знаете, это очень-очень... Страшно! Так как у меня каникулы наконец-то на этой неделе, я так долго и ждала. Я постараюсь выложиться на полную просто мощь показать. И выложить не одно видео за неделю, а два. Ну, я в любом случае постараюсь выложить как можно больше видео. Я, конечно, не обещаю, что я теперь каждый день буду выкладывать. Я бы выкладывала, конечно, видео каждый день, если бы их нужно было только снимать. Но их еще и монтировать надо, поэтому я не успеваю все это делать. Было бы у меня 300 рук, было бы классно. А еще было бы 300 компьютеров, было бы еще круче. Но пока у меня нет ни 300 рук, ни 300 компьютеров, поэтому... Поехали дальше. Изабелла попросила меня сфоткать своего кота, потому что он нявка. Сэм, я пошла тебя фоткать. Простите, я не смогла его сфоткать. Ну и самый-самый последний вопрос, который волнует почему-то всех, почти всех моих подписчиков. Сестра Лия Брайна. Мы долго скрывали от вас. Я скрывала. Выставляла, Брайана скрывала. То есть он тоже скрывал это. Но я думала, пора сказать вам наконец-то, что... Я не его сестра, он меня вообще знать не знает. Итак, друзьяшки, сейчас мы проверим, знает меня Брайан или не знает. Знает или не знает. Знает. Или... Не знает. Для этого сейчас давайте-ка перейдем сцены в последнее видео и будем просто спрашивать и спрашивать и спрашивать. Ты знаешь, что Виктори Шоу? Я даже сама, наверное, напишу. Хотя это как-то глупо будет выглядеть. За Виктори Шоу написал, ты знаешь, за Виктори Шоу? Ну да ладно, все равно напишу, почему бы и нет. А вдруг он меня все-таки знает? А вы сейчас спросите, и что дальше? А я скажу, что уже так-то конец видео. Поэтому, если вам понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Обязательно комментируйте это видео. Все свои вопросы вы можете задать в комментариях под этим видео. Желательно на ютубе. Ну, а я с вами прощаюсь. Еще, кстати, все ссылочки будут в описании. Ну, а на этом я тут же с вами прощаюсь. С вами была я, Вика. Всем пока! Ой-ой-ой. Это блуперсы!
и... Всем привет, с вами Вика и... Всем привет, с вами Вика! Я выбрала... А вообще, мой вам совет. А вообще, вот вам мой совет. И мой вас... Да чё такое? И мой вам совет. И вообще, хочу рассказать вам небольшой лайфхак на эту тему. И вообще, мой вам лайфхак. Следующий вопрос задала Полина. Полина задала мне вопрос. Ладно. Меня ж не видно даже. А вам понравилось, как я пою? Я знаю, что вам понравилось. Ну просто название Виктория Тараканья Жопка мне как-то не очень. Я не могу. Ну просто название Тараканья Жопка... Нет. Ну просто название Виктория Мисс Тараканья Жопка мне как-то не очень устраивает. Ой, все, хватит ржать. Ну просто название канала Мисс Тараканья Жопка меня как-то не очень устраивало. Так что я решила выбрать за Виктория. Представляете, какой-то опасный трюбо, я чуть не упал. Блин, как так зевнуть-то, что половина подписчиков не отписалась потом после этого видео-то? Я не могу. Короче, вот пример... Так как у меня каникулы наконец-то... Так как на этой неделе у меня каникулы... Так как на этой неделе у меня каникулы, то... Спасите меня! Помогите! Простите, я не смогла его сфоткать. Блин!